прямо здесь и сейчас. Особенное пространство, из которого мы можем совершить путешествие в любое место, в любой момент времени. Это планетарий. Волшебный инструмент, который переносит наши сердца и умы даже туда, куда попасть невозможно. С тех пор, как был изобретен первый планетарий, прошел целый век, полный чудес. Чтобы показывать ночное звездное небо и его движение, планетарии используют сложные проекционные механизмы. Это зрелище вдохновило многие блестящие умы в нашем обществе. В любом возрасте первая встреча с планетарием – это волшебный и решающий момент. Десятилетиями изучение Вселенной было миссией планетариев во всем мире, и технологии расширили наши возможности по использованию этого замечательного холста. На нем теперь можно изобразить что угодно. Здесь мы можем посетить те места, до которых никогда не доберемся. Путешествовать куда угодно во времени. Планетарии дают ясное видение и четкое понимание нашего существования. Мы можем использовать их в образовании, работе и просто для развлечения. Так что устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь чудесами планетария.